Ребята, привет и добро пожаловать на мой канал. Пожалуйста, девочки и мальчики, кто любит сильно критиковать мой внешний вид. Ну, в больничке я лежала всю ночь и весь день. И, девочки, ну на самом деле это все ерунда. Сейчас у меня такой фейс и заплаканные глаза, потому что я на самом деле очень-очень счастлива. У меня счастье полные, полные штаны. Меня не отпускают домой, нет. И мне не залили вчера ни тромбомассу, ни эритроцитную массу, или как она там называется, ничего. Меня просто немножко подкачали кальцием, хлоридом. И все, ну солью, так скажем. И все, я, конечно, перепсиховала всю ночь. Мне проверяли кровь, это тоже хорошо. Я сдавала несколько раз анализ крови, но мне сделали КТ. И сегодня с утра должен был состояться консилиум, и мне должны были сообщить результат. Ну, я ждала врачей, как обычно, прием здесь всегда в 9 часов утра. Блин, даже сопли потекли от радости, извиняйте. Но никто не приходил, и не приходил, и не приходил. Я глядела на часы, и уже такие, блин, думы думала, страшнейшая моя голова. И вы себе не представляете, через что я только не прошла, и о чем я только не думала. Старалась держать себя бодрячком, говорить себе и внушать: «Карл, ты мужик, ты все преодолеешь». В общем-то, много водички. Короче, пришли ко мне сейчас в час дня и сообщили, что результаты КТ, девочки, потрясающие! Yes! Мы остаемся на этой же терапии. Мы остаемся на этой же терапии. Завтра мне сделают термин, это встречу организует с интернистом. Я думаю, что это гематолог. И я даже на радостях ничего не поняла, что они мне там говорили. Я после новости, что все хорошо, что в печени все. Yes! Супер, супер, супер. В легких там немного непонятно, но там вообще, если что-то выросло, то на миллиметр. Но вообще, наверное, нормально и в легких. В общем-то, стабильно. Там не очень так сложно в легких, в костях. Лучше, 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 лучше. В общем-то, терапия работает, эмболизация работает. Тумор-маркеры упали. Они у меня были. Вот тот, который норма 25 или 30, он у меня был 300. Тот, который норма 4 или 5, он был... Ну, там есть CEA и C15. А, все забыла. Блин, я столько читаю про эти всякие цифры, диагнозы, что сейчас на радостях забыла абсолютно все. В общем-то, тот, который был 300, он у меня упал до 70. Это прекрасный результат, прекрасный результат. А тот, который был у меня 59 или 90, он у меня был вот в августе месяце. Короче, он сейчас почти в норме 5. Я не ожидала таких результатов. Да, я оптимист, да, я всегда надеюсь на лучшее, но я честно не ожидала, что прям так, прям yes. В моем-то состоянии, девочки. Все, я продолжаю бороться дальше. Я, конечно, боялась записывать это видео, потому что я сама себя боюсь сглазить, честно. Я боюсь даже радоваться, я боюсь даже дышать, я боюсь смотреть анализы. Я не знаю, что со мной, не знаю. Короче, кукушка улетела и не обещает вернуться. Этот поганый год скатертью мудрым заканчивается и заканчивается на позитивной ноте. Вот не зря я смотрела этого астролога. Ну вот сказала она, что все наладится, все наладится. Хотя сегодня еще один раз пересмотрела ролики. Говорю, блин, я, наверное, плохо там глянула. Но она говорит, что будут пробуждаться какие-то страхи в конце года. Вот и они у меня тоже пробуждаются, пробуждаются. Вы что думаете, что я прямо такая каменная и ничего не боюсь? Конечно, боюсь. Просто я не люблю нюни распускать на публику. Там ночью там подушку там поплакала, подумала, план себе написала в уме и идти дальше к прямой победе. Все, девочки и мальчики, всех люблю, целую, обнимаю. Новости прекрасные. А я буду уже, ну, может, завтра еще сниму, я не знаю. Я думаю, что завтра меня все-таки отпустят уже в конце концов. Все. Ну, а если оставят, значит оставят. Хотя мне уборщица, вы знаете, что уборщица здесь всегда, ну, во всех отделениях, она главный человек в отделении. Она мне сказала, что здесь все закрывается завтра вечером, так что меня точно на Рождество отпустят, если что, потом вызовут обратно. Я согласна, да все, главное, чтобы лечение приносило результат, и казалось бы, только две химии мне сделали за
Вот с сентября по сей день только две химии. Ну вот сработало, я не знаю, как, я не знаю, это чудо какое-то, блин. Вот Бог мне подарил вот такое вот чудо на Рождество. Вот, кто говорил, что чудеса не бывают? Бывают, еще как бывают. Главное надеяться, верить и ждать. Все, всем пока-пока, с вами была Каро, до новых встреч у меня на канале.